Одесский административный центр обслуживания граждан приостанавливает свою работу. Об этом рассказал директор центра Артур Амиров. Он заявил, что город не выполнил свои обязательства. Несмотря на то, что был подписан меморандум, муниципалитет отказался сотрудничать и финансировать предприятие. В связи с этим центр будет переформатирован в госпредприятие, но на это потребуется 9,5 миллионов гривен. Средства должны быть выделены из областной казны. Если региональный бюджет не предоставит необходимую сумму, центр прекратит свою работу или будет искать альтернативные методы финансирования. На сегодняшний день работа предприятия остановлена до 10 мая. Городские власти, к большому сожалению, отказались совместно с нашей командой в рамках подписанного меморандума создавать аккредитованное коммунальное предприятие при городском совете, а предпочло самостоятельно продолжить регистрационную деятельность. Для качественной и бесперебойной работы Центра обслуживания граждан было создано государственное предприятие при Одесской областной государственной администрации.